Представители Министерства здравоохранения области и медицинской инвестиционной группы осмотрели будущий медцентр на улице Большая Санкт-Петербургская. Планируется, что он примет пациентов уже осенью. На сегодняшний день в Северном микрорайоне проживают около 11 тысяч человек, и появление там поликлиники жизненно необходимо. Именно это в первую очередь отметила на встрече депутат городской думы от этого округа Светлана Петрова. Это будет полноценная поликлиника с детским и взрослым отделениями и специалистами всех профилей. Средства на реконструкцию здания бывшего выставочного центра и оснащение медучреждения оборудованием выделила медицинская инвестиционная группа. При этом принимать новгородцев будут по полисам ОМС, то есть бесплатно. Инициатором была, конечно же, область, это и депутатский корпус, и Министерство здравоохранения. Депутатский корпус помог нам найти это помещение в Северном микрорайоне. Мы очень долго искали, мы даже уже отчаялись его искать, но появилось, и мы с большим рвением приступили к реализации проекта. Как инвесторы, так и представители Министерства здравоохранения отмечают, появление медицинского центра стало возможным благодаря активной позиции общественности микрорайона. Мы фиксировали постоянное обращение граждан, которые высказывали запрос на появление качественных медицинских услуг. Здесь, конечно, важна слаженная работа и правительства, и инвестора, который зашел к нам в микрорайон. Мы с самого начала, можно сказать, истока коммуницировали с ними. Сейчас ремонтные работы в здании находятся в завершающей стадии, приобретено все необходимое оборудование. Также подбирается персонал. Это будут новгородские специалисты, решившие поменять место работы, а также врачи из других регионов. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в октябре.